Сампдория – единственный клуб, кто смог втиснуться в золотое шествие Милана и Ювентуса по серии А в 90-х годах. То Скудетто, завоеванное в 91-м, остается единственным в истории клуба. Это, конечно, несопоставимо с 24 трофеями Ювентуса и 17 Милана. Из того золотого состава сейчас в команде остался один Манини. «Тогда мы блистали в чемпионате», — говорит Манини. «Вспомните, Виали, Манчини, Сереза, на каждой позиции у нас играла звезда. Перед этим сезоном Сампдория оказалась в сложном положении после того, как в Лацио перешли главный тренер Эриксон и многолетний капитан Манчини, отдавший клубу 15 лет своей жизни. Фаны вздохнули свободно только когда в Сампдорию пришел новый лидер. Юрген Клинсман подписал с генуэзцами контракт, отказав представителям Пармы и Тоттенхэма. «Я всегда хотел вернуться со своей семьей в Италию», — говорит Клинсман. «Мой выбор объясняется просто. Сампдория — серьезная команда, у нее красивый стадион. А главное, тренировать ее с этого сезона будет Цезар Менотти, исповедующий откровенно наступательный футбол. Я по натуре очень страстный человек, и невольно мой темперамент переносится и на поле», — говорит Менотти. «Мне нравится моя работа. Я немного достиг как игрок, но теперь могу компенсировать недостачу в качестве тренера». Менотти получил мировое признание 19 лет назад, когда сделал Аргентину чемпионом мира. Многие, правда, сомневаются, что атакующие схемы Менотти приживутся в итальянском чемпионате, где клубы играют в закрытый футбол. И действительно, старт в этом первенстве Сампдория взяла не самый резвый, вылетев к тому же из Кубка УЕФА, где считалась одним из фаворитов. Клинсман и Мантелло это очень хорошо считают фанаты, они хорошие партнеры. Но мы потеряли Манчини. Манчини больше не с нами. Он всегда был лучшим. Мантелло, ставший вторым снайпером прошлого чемпионата, неплохо начал и новый. Но его напарник по атаке Клинсман получил травму и выбыл примерно на месяц. Итальянец одувается сейчас за двоих. «Мы обязаны играть так, чтобы оказаться в итоге выше, чем в прошлых годах», — говорит Мантелло. «Шестое место, как в 96-м, нас теперь не устраивает. Такой взлет может произойти, но при одном условии, если Сампдорию не покинет Карамбьо. Контракт француза заканчивается в июне, но Реал, куда Карамбьо желает перейти, хочет купить его намного раньше. Однако президент Сампдории Мантовани намерен продать легионера только в Барселону. Никто сейчас не знает, как будут развиваться события. И, может быть, Карамбьо останется в Сампдории до конца чемпионата». «Я выбрал Реал», — говорит Карамбьо, — «а Мантовани предпочитает Барселону. Но президент всегда заявлял, что прислушивается к пожеланиям игроков. Вот мы и получили возможность проверить, так ли оно это». Получается, что сейчас трудно прогнозировать, совершит ли Сампдория рывок на пьедестал. Но травмированный Клинсман настроен на оптимистичный лад. Меньше чем через месяц он будет в строю, и тогда берегитесь — Милан, Ювентус и Интер.